только с тренировки? Со вчерашней. И ты знала, что у тебя будет спортивный конкурс и пошла на тренировку? Да. Рада за девчонок, все супер, все молодцы. Почему не выстояла? Ну я же после тренировки. Практически, как мы уже все пошутили, Сен-Тропе. Но на самом деле, да, вот здесь очень расслабляющая атмосфера, обстановка, очень здорово. Прям действительно хочется провести время и отдохнуть.